Коллектив Гродненской областной научной библиотеки имени Ефима Макарского награжден грамотой администрации президента Республики Беларусь. Это, как говорят в руководстве библиотеки, не только за богатую историю, широкие международные связи и фонд библиотеки, который насчитывает более 600 изданий на 56 языках мира, но и за слаженную работу коллектива. Данная награда вручена коллективу за значительный вклад в реализацию культурной политики нашей Республики Беларусь, за то, что коллектив, используя свой профессиональный потенциал, образовательный, библиотечный потенциал, вносит значительный вклад в информированность населения, образование, воспитание молодого поколения.